Ту-ту-ту-ту-ту. Марвел пошла. Вот обновление. Новая картинка. Железный человек. Черная вдова. Призрачный хунчик. И Блейд. Или Блейд, як же правильно там казать его, ладно. О, еще загрузка, не знал. 900 мегабайтов загрузил, теперь еще 6 мегабайт. Что же вы такого пропустили? Так. Зараз, а вот. Костюм Блейда. Охотник на вампиров. Не знаю, може він крутий, може тут круті прийоми, но мені щось не дуже подобається. Оцей костюм подобається. Во-первых, це вже в другий костюм для призрачного гонщика. Очень круто виглядає, як по мені. Тим более у нього тільки отакий був обичний. По-моєму, в агентах щита отакий костюм появлявся. Так, це називається Лорд Пщін. Ладно. Опять чёрная вдова. Ну, такое. Более-менее. Так, ну, железный человек. Опять железный человек. Да хрена костюмов железного человека. Но! Есть... Дивите. Теперь есть класс 4. И железный человек... Давай, класс 4. Железный человек может... Мені треба побідати мирових босів, щоб його улучшити до 80-го рівня і отримати клас 4 железного чоловіка. Поки що в грі железний чоловік перший і єдиний, хто володіє, кого можна, точніше, улучшити до класа 4. Так, ладно, а ну-ка. Точно в достиженнях. Персонаж, от. Новые достижения. Открыть себя. Достигни уровня 80 железным человеком. И получи 80 кристаллов. И достигнуть класса 4 железным человеком. Также, что тут она? Ага, уровень 70. Это максимум, наверное. Так, понятно, у нее так и остается класс 2. Так... А, предел потенциала улучшенный. И у нее превышено. Предел потенциала тоже повышенный. Тоже превысит предел потенциала с призрачным гонщиком Робби Рей. Рейсом. Вот так его, Робби Рейс. Так что еще новое достижение. Блейда тоже улучшили. Ага, класс 3 у него теперь. Ну и класс 4 у железного человека. По суті, Железний Чоловік перший і єдиний, хто має клас 4, я їм наверняка задолбали, що я це кажу, ладно. Так. Ну, наверно, розкажу про Анджела, персонажа, героїню. Якщо чесно, в душі не їбу, хто це така. Наверно, хто-то із Асгарда, або зв'язана з Тором, може я бачив у мультфільмах. Так. А Дріф Одінстон. Блін, Одінстотір, блядь. Анджела, свирепий воїн, воспитаний ангелами в раю. Оказавшись вне дома, она обнаружила, что ее сильными родителями являются Один и Фрих, что ее исчезновение было вызвано войной между Асгардом и Раем. Королева Ангела простила, но все-таки знала Анджелу, которая с тех пор посвятила себе исследованию других миров. Короче, сестра и. Сестра Тора и дочь Одина. О, у Марвела... О, интересно, как же покажет Марвел рай? Или будет в киновселенной рай? Или ад? Появится ли Мефисто? Ладно, на этом пока что все. Так.